Закончим и уходим. У меня от этого места мандраж. Если, конечно, вам не плевать на свою жизнь. Запасы. На поле боя вы понесли потери. Придите в себя, сделайте выводы и работайте лучше. Если расслабимся, то проиграем бой. Как все? Еще целы? В порядке, спасибо. У нас почти не осталось времени. Выбирайте. Прекрасно, спасибо. Проверим боезапас. Кому надо? Видишь? Теперь я знаю, почему говорят, денег как грязи. Время почти истекло. Скорее! Вот это оружие до настоящего. Защищайте эту зону. Мы сражаемся не против. Субтитры сделал DimaTorzok.
задача выполнена. Свободно. Вам предстоит серьезное дело. У мясника есть фирменный вспарывающий удар бензопилой. Берегитесь его. Кишки вам спасибо скажут. Рада, что вы вернулись. Кровью тут ничего не запачкаете. Прямо как на Фолклендских островах. В пожертвованиях нет ничего плохого. Предлагаю вам купить броню. О, боже. Я, конечно, люблю похвастаться, но нельзя терять бдительность, верно? Я вот-вот закрою кабину. Мое блюдо для пожертвований переполнено. Перерыв окончен. Пора за работу. На подходе еще мутанты. Я вас всех раздавлю, как букашек. Будет, как это назвать, перерыв на развлечения. То, чего я не вижу, я не смогу убить. Дурак!
пожертвовать немножко, если кому-то надо. Как насчет немедленного пожертвования?